Воспитанники Мингинской коррекционной школы-интерната побывали в Белокаменке на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. О своей мечте увидеть огромный завод 8-летний Саша написал в открытке. С елки желаний послание попало в руки сотрудников компании «Новатек Мурманск», которые и пригласили мальчика с друзьями на экскурсию. Акция «Новогоднее чудо» в регионе проводится уже 14 лет. Последние 3 года ее организует единый волонтерский центр.